28 июня на территории христианского центра «Благая Весть» состоялось торжественное открытие детской площадки. «Ура, каникулы!» – так называлась программа, посвященная этому мероприятию. «Ура, площадка!» – так радостно кричали малыши, увидев яркое сооружение на зеленом газоне. Пришедших на праздник детишек под звуки музыки торжественно встречали веселые клоуны. Поприветствовав ребят, они сразу же отправились с ними в увлекательное путешествие. Двигаясь по карте от станции к станции и преодолевая препятствия, дети благополучно добрались до конечного пункта назначения. Им и оказался детский городок под названием Ю-99. У кого с чем ассоциируется это название? У кого-то с кораблем, у кого-то с подводной лодкой. На самом же деле, это сокращение адреса Благой Вести – УНИАС-99. Это как пароль, легко запомнить, но трудно догадаться. Внешне с кораблем площадка также имеет некоторое сходство. И в субботу этот корабль отправился в свое первое плавание. На борту смогло побывать огромное количество детей. Среди них было около сотни детей из групп социального риска, в том числе 40 детей с ограниченными возможностями. Все они были доставлены на праздник на церковном автобусе. Традиционно была перерезана красная ленточка. Пастор Андрей Чеботарев поздравил всех присутствующих с удачным завершением проекта, над реализацией которого трудилась вся церковь. Мы рады, что это у нас есть, что есть в Пурцинсе, что есть на этой территории. И многие дети смогут просто ощутить полноту детства, радость детства. Мы просто рады этому. Мы ждем вас. Добро пожаловать. Дети, взрослые, просто проведите хорошее время. Здорово, что есть такая возможность прийти детям сюда поиграться. И кто-то позаботился о том, чтобы вот это сделали, эту горку. И не только заботились о том, чтобы только о своем кошельке, но о том, чтобы все дети, кто вообще здесь приходит, могли здесь поиграться. И очень это очень здорово. Ļoti jauka pilsēta. Bērniem patīk. Stefānija negrib iet projām. Un var atcerēties arī savu bērnību. Что горка классная, что очень надо побольше горок, да? Очень нравится. И чтобы дети хранили такие горки, да? Чтобы не рисовали, не ломали ничего, и приходили побольше играть сюда, да? Очень здорово. Такое большое количество детей на территории центра – не редкость. Одна из главных целей проводимой здесь работы с детьми – создание подрастающему поколению здоровой среды для развития. Детские развлечения должны быть не только безобидными, но и приносить пользу, говорят сотрудники христианского центра «Благая Весть». Для этого мы планируем и в дальнейшем использовать все имеющиеся у нас ресурсы. И строительство нашей детской площадки, мы верим, послужит этой же цели.